В гимназии номер один состоялся региональный этап Всероссийской олимпиады по ОБЖ. Победители и призеры из всех муниципальных образований и автономии поочередно демонстрировали свои навыки и умения. Спасти утопающего, потушить пожар, оказать первую медицинскую помощь – эти и многие другие задания предстояло выполнить старшеклассникам школы еврейской автономии. Это не командные соревнования, здесь каждый сам за себя. Итоги регионального этапа Всероссийской олимпиады по ОБЖ подведут в конце февраля. Участникам, набравшим максимальное количество баллов, предстоит сразиться в финале Всероссийского конкурса с юными знатоками ОБЖ со всех районов страны.